Я вот рассказывал в моей презентации, что я понимаю как успех украинской реформы децентрализации. Поскольку вот примеры Европы показывают и показывали, что реформы децентрализации, где вот частичными налоги от экономической активности, как налог на доход или, например, налог на предприятие, на прибыль предприятия, когда это идет на местный бюджет, что это строит такую очень интересную структуру финансового стимула, которая сам себе строит систему, где громады городов сейчас находятся в конкуренции друг на друга, и вот качество их работы становится фактором успеха в этом конкуренции. Из-за этого вот эта система очень полезна, чтобы побыстрее по всему Украине на местном уровне гражданины должны чувствовать, как увеличивается ситуация. Сейчас больше такой конкуренции между городами, больше такой вот дух, что как местная власть должен слушать интересам гражданинам, будет развиваться экономически устойчивой Украиной.